Всем привет, ребята! С вами я, Фарид. Сегодня я расскажу, как получить робуксы и карты, которые дают робуксы, и как в них вообще получать робуксы. То есть я сейчас зайду в карту, которая дает робуксы, и я вам буду объяснять, как же их получать. Ну что ж, погнали, ребятушки! Итак, ребята, первая карта будет Please Donate. Заходим в него. Так, ребята, ждем, пока загрузится. Вот, все, я зашел. Ждем пока что. Еще ждем немного. Это сейчас загрузится, ребята. И просто ходим тут и выбираем себе стенд. Мне тут уже кинули в друзья, наверное, не знаю. Ну, либо они меня узнали, либо просто кидают. И сейчас я расскажу, как же здесь подрабатывать, зарабатывать робуксы. Короче, выбираем любой стенд. Смотрите, если здесь написано, например, не знаю, какой-то ник стенд и вот такие вот цифры, то этот стенд занят. Вот смотрите, вот эти стенды, они это означают, что занят. А если здесь вот это написано, то этот стенд открыт. Мы можем его взять. И поэтому, ребята, я беру вот этот. И вот. Вы тут должны выбрать стенд, а не вот этот вот. Потому что донатеры донатят с вот такими вот стендами, а не вот эти вот, ну, вот эти некрасивые. Им могут не понравиться, не знаю, что-то им может не понравиться. И, как видите, вот я здесь, у меня вот такая вот стойка. И здесь мы можем добавить название. У меня вот чай, индийский чай. Это я по приколу поставил. Смотрите, просто как изменить название и как изменить стойку. Нажимаем сюда. И нажимаем на верхнюю. Здесь мы изменяем стойку. Но это я купил все стойки, но не все стойки. Ой, извините, я случайно сказал все стойки. Я купил стойки. Вот, например, вот такую вот, смотрите. Вот видите, вот там вот меняется. Вот выбираем любую и все, и ставим. Мне вот нравится вот это вот. И как изменить текст, мы нажимаем на предпоследнюю. И, не знаю, ставим что-нибудь, пожалуйста, донат. Один робукс равно один прыжок. И здесь мы можем изменить, ну, цвет текста. И, короче, просто мы можем стоять в АФК. И все, и ждать, пока задонатят. Так, подождите. Чё, хомяк? Чё, хомяк? Ребята, подождите, это может быть фейк. Ребята, это может быть фейк просто. Сейчас, ребята, я пойму, что это фейк. А, да, ребята, это фейк, такого человека на сервере нету, это у него просто из каталога такой скин. Ну, а как создать вот эти вот цены, я говорил в прошлом видео, найдите на моем канале видео. Просто нажмите видео и все. И можем стоять в АФК, и стоим, и все. Ну, и либо просим донат у донатерских людей, например, идем туда. Вот, топ донатит. Топ донатиумс. И здесь мы видим донатеров. Вот смотрите. Самый верхний это самый крутой донатер. Вот, вот такой вот ник у него. Если мы его найдем, то заходите. Если не будет заходить, то значит сервер заполнен. То, что там людей уже максимум. И вот здесь можно смотреть, кто донатил, кто не донатил. Вот, короче, и все. Когда мы отходим подальше от стенда, там написано твой стенд. Нажимаем, и мы у своего стенда можем вот так встать, и все. И просто включить анимацию и стоять, пока. И стоять, ждать, пока вам задонатят. Ну что ж, погнали к другой карте. Вторая карта у нас донатные шары или donate balls. Нажимаем играть. Итак, ребята, я захожу. Создатель этой карты Хомяк ТВ, я его подписчик. Ну, он блогер популярный, он раздает робуксы, поэтому тоже можете на него подписаться. И, короче, тут мы
Ставим шары. У меня тут здесь был бак, у меня здесь просто много количества денег было, но это был бак. Кстати, вот мой брат, вот мой ходит. И нажимаем на шар, и здесь у нас будет вот такая вот кнопка. Мой брат уже поставил. Ну ничего, я нажму вот здесь вот. Нажимаем кнопку места. Все. И просто можем изменить название, редактировать. И здесь пишем название. И чтобы убрать мяч, надо нажать убрать мяч. Это тебе донесу два. Так, ребята, я убрал шар. И мне уже донатили здесь 9 робуксов. Ну, вы тоже можете. Ну, и вы тоже можете мне задонатить. Вот здесь есть кнопочка меню. Нажимаем. И пишем имя пользователя. И пишем имя пользователя. Так, ребята. Ой, что-то... Здесь иногда есть такой баг. Давайте, например, вот этому человеку, если он есть... Да, есть, но у него нету геймпасса, короче. Сейчас я вам покажу создатель этой карты. Вот Хомяк ТВ, Хомяк ТВ 56. И просто... Вот, он создатель. Здрасте. Да, он по приколу тоже сделал. Я могу ему задонатить. Но я ему не буду донатить. Потому что у него и так много робуксов. И тут просто стоим. Ребята, кстати, тут очень много донатят, очень быстро. Ну, немного, а очень быстро донатят. Короче, просто просим донат у людей. Есть плюсы здесь, то, что плюс... Первый плюс, то, что здесь быстро донатят и много донатят. Вот, кому-то уже 2 задонатили быстро. И второй плюс, то, что здесь только русские. Если придут англичанцы, то этот англичанец будет один только. Будет только один, смотрите, там кому-то 5 задонатили, видите, как быстро тут донатят. Вот, поэтому советую поиграть, мне очень понравилась эта карта, она даже лучше, чем Please Donate. Короче, вот, все, стоим, и все, ребята, просим донаты, ну и погнали, ребята, к третьей карте. Итак, ребята, следующая карта у нас голодающие художники. Нажимаем играть и ждем, пока у нас зайдет. Итак, ребята, все, у меня заходит. Ждем немного. Так. Все, мы зашли, вот, мы уже заспавнились. Это тебе затихнуло. Ну, заходи. Ну так, все, я не могу. И нажимаем, вы можете прочитать правила, но это не обязательно, ну вообще обязательно. Перезапустим. Короче, прочитайте правила, но я уже прочитал, и нажимаем «Я согласен» или «Согласна». Здесь нету кнопки «Согласна», но если вы девочка, то сожалею. Короче, выбираем здесь стенд, вот, нажимаем, и все, и рисуем здесь картинки, вот, какие-нибудь картинки. Смотрите, я нарисую пока вот что-нибудь такое, вот. И нажимаем следующая кнопка. Нажимаем кнопку следующая. И нажать финиш. А, назовите свое искусство. Пишем, не знаю. Привет. Вы назовете свой рисунок как-нибудь, но я назову привет. Потому что это вообще не рисунок. Успех. Так, все. Встаем. Что это такое у меня? А что у меня? Ребят, у меня лагает. Что-то залагало. О, ребята, меня выкинуло. Ладно, ничего, сейчас заново зайдем. Так, вот голодающие художники, заходим. Ко мне заходим. И, да, хорошо, я к тебе захожу. И, ребята, ждем загрузки. Все. Все, вот. Все, мы зашли. Ребята, Ты на воздухе. Ничего. Все, ребята, я зашел и ждем. И нажимаем снова «Я согласен». Она будет появляться всегда. Ребят, а вы в курсе, что у меня на носу кофе идет? Ну, ребята, ладно, можете верить ему, можете не верить, но я бы не верил. Так, вот наш рисунок. Так, нажимаем. И
ваши цены, выбираем наши цены. Мы должны создать геймпасс, но снова я говорю то, что я в прошлом видео говорил, как создать геймпасс. Вот, это наши геймпассы. Я выберу, давайте, 2. И нажимаем «Сделано». Все, у нас тут, вот. Все, люди могут купить этот рисунок. У меня здесь уже продается некоторые. Вот, я назвал ночь, 5 робуксов. Вот, и здесь Роблокс, рисунок Роблокса. Ну, конечно, я некрасиво рисую, но особенно в Роблоксе. И здесь я продал ее за 2 робокса. Итак, ребятушки, ну, здесь не очень много донатят. Я, конечно, советую, но здесь мало донатят. И здесь очень-очень долго надо ждать, пока вам задонатят. Мне вообще ни разу не донатили здесь. Я уже почти месяц играю, но мне никто не донатит. Поэтому, ребята, советую, но здесь много не донатят. Итак, чтобы еще изменить нам название, просто... Ой. Выйдем. Сейчас. Как нам выйти? Ребятушки, я забыл. А, подождите, вот. Назад. А. Все, надо просто прыжок сделать. И здесь видите, здесь текст знака. Просто пишем «Привет». И нажимаем «Сделано». Все. У вас здесь написано. И, ребята, все. Сегодня я вам показал карты, которые дают робуксы. Но это еще не все карты. Я могу вам еще дать. Показать одну еще одну карту, там, где донатят тоже. За нее тоже можно получить робуксы. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем удачи, не болейте. И всем пока, ребята.